C&A это сток, мужской и женский, в основном женский. Бренд Есика, размер XS. Так, тут все с этикетками. Clockhouse, например, Элька, это все линейка C&A. Футболка большого размера 2XL. Кстати, хлопок. Это тоже хлопок, и здесь тоже хлопок. Так, так для информации. S-ка. Размер маленький. Хлопок и вискоза, или просто вискоза, не знаю. Давайте потеряем немножко времени, но посмотрим. процента вискозы и 47% хлопка. Да, я был прав. Так, М-ка. Думаю, дальше мы не будем так долго останавливаться на составах. Это, по-моему, платок. Нет, это снуд. Да? Да, это снуд. Сарафан. Размер маленький XS. Так, юбка 34 указан, то есть это получается 40-й российский размер примерно. Вот футболка большого размера XL. Элька. Размеры хорошие. Все новое. Себестоимость тут невысокая. Эска. Мешки по 12 килограмм. XL. 48 указан размер. Длина хорошая. XL. Мужская рубашка маленького размера. S-ка. Бренд Есика 46 размер. M-ка. Женские белые брюки большого размера. Мужская рубашка. L-ка. XS. S-ка. XL. 40-й указан размер, то есть 46-й российский получается. XL. SK. Это мужская рубашка. Рукава длинная. L-ка. Размер XL. Сорок шестой указан размер европейский, то есть российский 52-й будет. М-ка. Л-ка. Топ. Футболка большого размера L. М-ка. XS. Так, есть у нас тут ремни. Так, это, кажется, юбка. 40-й тут указан размер, то есть 46-й это получается российский. 38-й размер европейский, 44-й российский. Так, это S-ка. L-ка. Размер большой, по-моему. Написано 0,44. L-ка. 0,44, наверное, 44 европейский размер все-таки. Так, вот тут тоже размер хороший, большой. XS. M-ка. Мужская, по-моему, футболка. XL. S-ка. 48-й указан размер европейский, то есть 54-й должен быть российский. Здесь 34-й. Есика, М-ка. Вещи яркие, легкие, летние, XS.
Размеры тоже разные, от XS-ки, вот тут, например, 34-й шорты, то есть 40-й российский. Средний вот M-ки тоже есть, и также есть у нас большие размеры здесь. S-ка. Шорты 36-го размера, примерно 50-й, 52-й, наверное, российский. Так, XS. М-ка. Сорок четвертый, то есть 50-й российский получается размер XL. 38-й здесь указан размер, то есть 44-й российский. L-ка. L-ка. S-ка. То 70 сантиметров рост указан, и здесь XL. Далее у нас с вами юбка, 44-й вновь, то есть 50-й российский размер. L-ка. Так, платье Есика размер L. М-ка. S-ка. Тридцать восьмой тут указан размер. Комбинезон. Так, майка XS. И последняя вещь из этого мешка. Размер указан XL. Это бриджи. И на этом все.